Всем привет, это компания HomeHeat, я Никитос, и мы начинаем. Сегодня я буду рассказывать о квадратных полотенцесушителях, но прежде чем вы будете смотреть это видео, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с моим обзорным видео о полотенцесушителях в целом. Ибо все, что я там говорил, относится ко всем полотенцесушителям и к квадратным в том числе. Ссылка в описании. Итак, почему квадратные? Квадратные они не потому, что они в форме квадрата. Квадратные они по сечению своих труб. Трубы у них квадратные, соответственно, они ставятся в интерьеры, где все квадратное, где раковина квадратная, где ванна квадратная, и, соответственно, полотенцесушитель квадратный. И это, надо сказать, смотрится очень и очень круто. Вот реально круто смотрится. В нашем шоуруме, если разобраться, если приглядеться, то может показаться, что квадратных больше, чем обычных. На самом деле, не так, как просто очень много. Их очень много. Есть огромный выбор. И что хотите? Хотите, чтобы были квадраты по бокам, а в середине были круглые? Есть. Хотите, чтобы были, наоборот, по бокам круглые, а в середине квадрата есть. Хотите, чтобы были по бокам квадраты, а внутри были такие, знаете, в форме эллипса и наклонные. Все есть. Но они дороже. Они дороже и дороже значительно. Но опять же, в силу чего? В силу эксклюзивности. В силу своей эксклюзивности. Круглая труба, она сама по себе дешевле, чем квадратная. Дешевле. Круглые трубы, они везде. Их куча. Все из них делают. А квадратная труба, ее нужно делать специально. То, что нужно делать специально, это всегда дороже стоит. Из-за этого дороже стоит весь полотенцесушитель. Но можно найти квадратный полотенцесушитель по приемлемой цене. От 5000. Но можно. Это не он. И не он. И не он. Здесь их нет. Ну, на стенде, на этом стенде их нет. Вообще они в HomeHeat, их куча. Куча. Это квадратный полотенцесушитель. Как радиатор его тоже можно использовать, я уверен. Так что обратите внимание. Хочу вам еще раз напомнить. Квадратные полотенцесушители ничем не отличаются от обычных полотенцесушителей, кроме сечения их трубы. Их точно так же, как и обычные полотенцесушители, можно красить в любые цвета. Я говорил об этом в первом ролике. Я говорил об этом в обзорном ролике о полотенцесушителях. Смотрите обзорный ролик. Я там говорил о типах подключения. Все это касается и квадратных полотенцесушителей. Реально. И они могут быть водяными, могут быть электрическими и могут быть комбинированными. Только что я рассказал вам о квадратных полотенцесушителях. Если вам понравилось, переходите по ссылке в описании на наш сайт. Там у вас сразу откроется квадратные полотенцесушители. Что и вам можно еще сказать? Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Пока-пока.